Всем доброе утро, Марина, скажи привет. Привет. Ванечка, скажешь привет? Привет. Да, привет, молодец. У меня уже ученики убежали в школу, ну а мы только идем в садик. Вон школьный автобус, видимо, проехал. Маленький. А мы идем в садик. Сегодня погода получше, солнышко уже с утра светит, да, Марина? Да. Да, солнышко светит. Тайсон всем говорит доброе утро, да, Тайсон? Ну, влажность на дороге есть, трава сырая. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Ребята, посмотрите, что Оксаночка делала в школе. Оксана, это вы по какому уроку делали? По рисованию, да? По труду, по рисованию. Вот они такую птичку делали. Напишите, как вам, нравится или нет. Ну, красивый попугайчик. На нашу Ксюшу, которая была у нас в походе, да, немножко? Ну что, дорогие друзья, идем дальше огородом заниматься. Вот что ты сегодня все утро кричишь? Бешеный. Крикливый, его не выпускают. Ты сегодня их не выпускал? А, нет, выпускал он сегодня их уже. Просто они ему лезут в парник, мешаются, он их закрыл, чтобы они пленку не покоцали. Вот, смотрите, ребята, вот петух, если кому надо. Вот петух, вот петух, вот петух. Обращайтесь, отдам, продам, продам. Не отдам, а продам. Муж у меня также парник делает, сейчас будет накрывать. А мы с Оксаной куда пойдем? На грядки. На грядки. Что будем делать? Ягоды. Да, ягоды перекапывать, пересадить на... Так что вот так вот. Ты зачем курицу там теребишь? Курица в песке закопалась. И там тоже, вон, видите, капушкуется в песке. Ой, как хорошо, да? Ой, как хорошо. В песке капушкуется, надо им золы опять накидать. Петя? Петя, 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 Петя. Петьки? А, Петьки? Вы мои Петьки. Ух вы, шкодные вы петухи. Кричите с самого раннего утра. Как потерпевшие, как оглашенные. Чего орать так сильно? Вот вам что не спится, а? С утра пораньше, часов в 5, как начинает орать. Как оглашенные орут. И весь день орут. Особенно вот эти вот два. Три. Ладно. Пошли работать? Угу. Так, ну каков-то иди убирай эту. Ладно, пошли мы работать. Дорогие друзья, мы занимаемся тем, что мы пересадили вот сюда клубнику. Сейчас покажу, откуда я ее выкопала. Да, кстати, мне уже намного лучше. Спасибо большое. Вот здесь вот я ее всю выкопала. Вот в этой тропиночке. Вот там особенно крупная была. Вот еще крупненькая надо будет выкопать. Я хочу вторую грядку тут тоже клубника засадить. Там по краю смородину. Вот там посажу и здесь посажу смородину красную. А остальное все хочу вообще здесь засадить клубникой. А грядки сделаю там, где картошку садим. Оксаночка мне еще поливает, да, Оксана? Ягодки поливает, она молодец. И вишенку тоже не забудь полить. Вон деревце стоит в грядочке. Да, это вишенка. Ладно, занимаемся дальше огородом. Пришла уже Маша со школы. Смотрите, какие, ребята, у меня тюльпаны появились. Ой, ничего не видно, да? Сейчас, подождите, попробую фокус поймать. Во! Вот такой вот появился у меня тюльпан. Со мной соседка поделилась тюльпанчиками. Такой, такой, такой. Смотрите, какая красота. И розовый. Полила грядки. У меня вот что интересно, вот эти вот все красные идут с красной серединкой, а один-единственный желтый. Посадила клубнику. Здесь у меня сидит вишня. Навоз потом еще сверху принесем, положим. Сегодня еще средства для кустов куплю. Мне написала подписчица, какой. Здесь тоже клубнику. Вот там с края все выкопали. И посадила два куста смородины, которые мне привезли. Один и второй. Крепко полили, но вода уже впиталась. Так что вот так вот. Сегодня мы с тобой, Оксана, молодцы, да? Оксана, лук только ходит есть. Вкусный? Mm-hmm. Машенька, как дела в школе? Mm-hmm. Хорошо, скоро уже каникулы. Ладно, время уже к 5 часам. Маша, возьми штатив, унеси домой. К 5 часам подходит. Все, на сегодня работа завершена. Сейчас пойдем в садик скоро. Чай попью, и в садик нам уже будет идти.
Ой, извините, пожалуйста. Так, калитку закрываем. А муж у меня дальше делает парник. А я сегодня в огороде занималась. Сегодня мне очень хорошо себя чувствую. Спасибо подписчикам. Сказали, что какие таблетки выпить. Я нашла, выпила, и мне легче стало. Сейчас посмотрим, что у нас папа делает. Папа делает парник. Уже часть сделал, еще делает. Оксана, ты там не мешайся, там тем более дощечки с гвоздочками лежат. Не бегай там, не мешайся. Сейчас пойдем умываться, чай пить и пойдем уже в садик. Время 5:00. Тоже пойдешь с нами? Вкусный лук. Что так мало общипало? Ну, а потом будет после садика. Придем, наверное, давайте сделаем салат с капустой, с морковкой, с лучком. Да. И что-то надо приготовить еще. Сухарики, ну это надо резать в хлеб. Я что? Думала, я сделаю чай и хлеб с маслом. Хорошо, поставь побольше чай. Подожди, я сейчас сама поставлю чайник. Ладно, идем домой. Да, вы мне писали, Настя, раз ты так жалуешься, что у тебя такие грязные руки не отмываются, одень перчатки. Ребят, ну в перчатках, сами подумайте, ну неудобно, я не чувствую, когда я в перчатках... Не, копать, когда лопату держать, еще ладно. А вот что-то в грядках копаться, ну неудобно мне в перчатках. Да, у меня руки не отмываются, ну и что? Господи, тут у всех, кто огородом занимается, руки не отмываются. И что, теперь мне плакать, что ли? Ну, ничего страшного, потом все отмоется. Сейчас почищу ногти, приберусь немного руки свои. Эти они с огорода. Да? Что? А, 50 рублей, значит. Катя мне денежку сдала. Сегодня они ездили куда-то. Ладно, пьем чай, идем в садик. Дорогие друзья, меня как-то спрашивали, а много ли у меня серебряных украшений? Ну, первое. Это вот жемчужное. Это подарок от подписчицы. Дальше вот это вот колечко, подарок от моей бабушки. Спаси и сохрани. Приношу извинения за руки, за свои. Потом вот такое вот есть кольцо. Это мне когда-то друг дарил. Такое колечечко. Есть вот такой тигр серебряный. Я когда-то его покупала чистить. Но я его не ношу, потому что у меня цепочка порвалась. А потом Света ее чинила, сама ее носила, как браслет. А в оконцовке где-то потеряла. Потом вот такое колечко было. Оно с этой стороны такой же лепесток. Но он сломался, но мне его жалко. Я его ношу тоже. Очень мне нравится. Это я у кого-то покупала, по-моему. И не помню, немножко загнулась. Но от мужа надо попросить, чтобы выпрямил. Это мне тоже друг дарил, оно вот эта вот верхушечка, видите, загнулась немного, но вот надо его выпрямить, по идее. И оно было, вот этот верх, сам цветочек вот этот вот, был позолочен, но краска со временем, золото смылось. И еще вот такое вот кольцо есть, но оно лежит просто у меня. Это все мое богатство, все мое серебро. У нас вечер, время 6:20, Маша там папе помогает. Парник делать. Мы сейчас пойдем в садик. Папа почти сделал. Мы тебя ждем. Почти. Почти уже готов парник. Скоро посадим. Маша, а там белые кроссовки чьи? Кати они как раз или Свете? А там у нас еще одни белые, это с сердечком Свет, Катины. А Свете же они вроде тоже как раз. Или Света их уже не хочет носить? Маленькие все-таки. Ладно, идем мы в садик. Оксана, кофту на всякий случай одела. Маша, тоже с нами идешь? Ну все, пошлите. А то время уже много. Шагаем в садик. На улице солнце, я пошла без кофты. Ну, ветерка такого нету, хорошо, прохладненько. Но ребятишки все равно кофту одели. А Маша тем более покашливает, поэтому Маша всегда в кофте ходит. Да, Маша? Ладно, идем в садик. И по пути мне надо зайти удобрение для клубники взять. Мне написала подписчица, какое, чтобы сейчас, когда клубника цветет, полить. И мне надо взять для фруктово-ягодных кустов тоже удобрение. Мне тоже подписчица написала, которая хорошая, и поэтому сейчас купим. Ладно, шагаем. Пришли мы, ребята, уже домой. Я зашла в магазин, купила себе вот такую тяпочку и попросила мужа немножко подзагнуть. Видите, подзагнула. Она была вообще ровная. Для чего взяла, сейчас объясню.
Вот так вот между луком, когда пропалю, бороздки делать будет удобно. Вот. Потому что у меня просто вилка есть, а это вот двойная. А у меня есть вот такая вот, видите? Ей тоже, по принципе, удобно, но это будет классно еще. Гвоздик тут можно повесить куда-нибудь. Это весь мой инвентарь садовый. Ну и перчатки, которые подруга давала. Цветочки. Ладно, пошли мы дальше делами заниматься. Конфетки купили, треугольники, да, Маш? Покажи, какие. Такие вот. Кушать вкусные? Угу. Все понятно. Ладно. Сейчас покажу, что у меня муж с парником сделал. Маш, калитку хорошо закроешь, хорошо? Ну, он ее доделывает еще. Не до конца вроде бы доделал. Еще доделывает ее. Скоро будет уже готовая. Вот мама. Да. Мама, что там делаешь? Ничего, тяпочку уносила на место. Вот, уже хороший парник. Да. Наша летняя кухня, наша баня. Марин, ну ты что села-то на велик? Вкусно? Да. Треугольнички кушают, и апельсинку им дали. Маша, на, поснимай, а я достану это. Ваньки, подальше ты иди, ты что ты пакеты прям снимаешь? Ай, пакет порвался. А где Ваня на апельсинку? Ой. А я Ване отдавала его, все тогда. А это надо домой занести. Сейчас я пойду занесу. Давай. Ну давай. На, Маш, отнеси домой, пожалуйста. Держи, хорошо. Кислинка. Все, съел? Да. Так вот, Ваня, смотри, держи. Держи, сейчас сам выкинешь. Иди сюда. Иди сюда. Вот мешок для мусора. Вот сюда и кидай. Молодец, умница. Тут у нас глина лежит, когда мы печку Ой, делали. Она нам еще понадобится. Иди попроси Егора или с Катю. Мама, а Егору выдавали? Ну все, пока хватит, что света не пила. Хорошо. Играйте, давайте. Маша, ну что сделай? Да не хочу я их тоже. Вынеси тазик там с бельем. Сейчас мы развесим белье. Аккуратненько, сына. Да что ты говоришь? Где? Ну да. Сейчас. Ладно, буду белье развешивать. У нас вечер. Муж у меня уехал к своей бабушке. Там, говорит, красная смородина растет. Он поехал там выкопать, еще хочет. И мы посадим еще в нескольких местах красную смородину. Короче, где можем, там ищем кусты, чтобы посадить. Одевай, одевай. Игра... Одевай. Одевай, говорю. Ваня на улицу собирается. А я сейчас уеду по другим делам. Расскажу потом, что за дела. Короче, по своим делам поеду. Вот так вот. Ладно, жду и мужа, и поеду по делам.